Основной турнир. Каждый игрок имеет 3 попытки, 3 раунда. По результатам каждого раунда определяется победитель. Достаточно выиграть 2 раза, чтобы быть победителем всего турнира. Игрок, выигравший хотя бы один раз, становится серебряным призером. Если по истечении 3 раундов каждый будет иметь по одной победе, будет разыгран овертайм с секретом, победитель которого и станет чемпионом нашего челленджа. Мы определяем очередность в каждом раунде. Поэтому скидываемся на ЦУЕФА. 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 Бежать. ЦУЕФА. 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 Бежать. Все, поехали. Мне кажется, стараюсь. Покажи, Джесси, кто тут отец. Давай, давай, мужик. Ага. А что ты пропустил того человечка? Потому что он заложник. Убивать. Осуждаю. Главное, не переживай. Сфокусируйся, главное, на максимум. Да ты не отвлекай. Возможно, сфокусируйся. Зачем же придумали в этой игре заложников? Неплохо, неплохо. 1370 очков. Ну кто next? Давай я. Данила, ты сфокусирован, сконцентрировал? Ты будешь тебя отвлекать меня? Я не отвлекаю тебя вообще ни на секундочку. Я просто буду спать всякой фигней, чтобы ты просто был сфокусирован. Данила, на игре. Как тебе Воронеж? А я там кстати, был, надо кстати. Попадать по белым челам, я слышал. Ну, абсолютно точно. Ты промазал, кстати. На Пеште был? Да, да, стреляй. А в Казани? В Казани был? Ты опять промазал, кстати. Как тебе Казань? Ты промахнулся еще раз. А Ярославль? Почему я отвлекал Джойстика только с 30 секунд, а мы мне сразу стреляли? А мы тебе сразу, потому что знаешь, что месте, ты кровожадное месте. Ты, ну, ты начал, я продолжу. Стреляй. Хоть тут хитбокс, я... тут хитбокс хуй. Я да, четко да, в хэдшот да, даю. Скажешь, потому что Коля такие истории. Я четко в голову даю. Я даже на иконке не попадал, все равно засчитывал. Я угадаю точно. Подкрутка. У меня 1 000 000 очков там? Да, да, у тебя 30 тысяч. Красавец. 907. Нормально? Да делаю уже, что ты настраиваешь. Неудобно, понимаешь? По кайфу ты делаешь. Так, так, так. Вот запомнил, по белым стрелять надо. По белым, раз, два, три, четыре. По белым стреляй. Да, стреляю. Стреляй, стреляй. Олс, это откуда? Захангельск. Нормально. Бывает. Захангельск. А в Москве ты был когда-нибудь? Да, был. И как там? Сойдет, кальянный пиздец. Это вырежем. То есть у тебя была кальянная поездка чисто? Да, да, чисто по кальянам. А у тебя все не зарело, ты промахнулся. А я говорил тут рега хуй. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это стрелять надо было, конечно, да. 30 секунд еще, Олвис, у тебя все шансы есть, если ты не промахнешься. А промахнуться здесь очень легко, если что. Остановись, Олвис, ты приближаешься к моему рекорду. Остановись. Остановись прямо сейчас. Остановка. Нет, нет, нет! Нет! Какая же ты крыса. Какая же ты крыса. На 15 очков. На 15 очков? 1385. Это я даже, ну, заложника убил. Я тоже там промахнулся пару раз. И промахнулся. И заложника убил. Потому что Данила начал всех хуйню. Не, я не знаю. Я не попадаю, вроде бы. А я попадаю, и всё равно защитывается нихуя. Переходим ко второму раунду. Ты же паникаешь? Ой. Это 3 раунда. Чисто. Блять. Рестарт, можно рестарт. Я так хорошо пошел. Да, да, расскажешь в школе такие истории. Да потише ты, будь нахуй. Ай-яй-яй, как же тебя пытались сейчас подловить. Не, вы в курсе, что по сути лайкер тот, кому меньше заложников выпадет? Потому что когда ты не стреляешь в заложника, ты тратишь время. Мне кажется, тут фиксированное количество. Не, по глазу самое сложное стрелять. 3. 1010. Удачи, мужик. А-а-а, какая же крыса, такая тупая вылезла, вот эта белая. Что это было? Видели? Это был чел. Какой-то, нет, там битый пиксель у него в середине был, просто, точнее, битое тело. А может, такой-то супер редкий, который попадается один раз и дает их. Которого надо заложника убить, прострелить. Давай, смотри, рассказывай, я тебе начну мешать мышкой, если там еще хорошо играть. Поехали. То есть это такая подлядка? Конечно. А если что, потом в ролике найдут пасхалку.
А может не найдут? Уже. Уже. А это я еще не мешал, представляешь? Ну доведись уже, малышка, что такое? Что-то ты потерялся, малыш. Берешь, он почти еще и добил. Эй, Олус, ну бывает, бывает. Бывает, не пошел. Судороги в руке, это удаленный синдром, это старческое такое, 1205 очков. Нет, там с собой поголовок. У него вот тут перца, он такой. Не, а там где Шепард, он написал 1900 очков. Там есть это, там, снизу. Третий раунд. Поехали. Нифига там. Обманка. Если бы множить под конец не сбил. Ой. 1254. Но это моя лучшая попытка в данный момент. Лучшая попытка. Что-то ты же как криво фликаешь, если честно. Да, такая ты крыса. Ай, ну еще и заложника убил. Зачем ты его убил? Все случайно. Чуть не выстрелил. Там был персонаж на 10 очков. Ой. Тип. Ооо, мужик, ты даешь. Наша да. Так можешь меня заложников хуять просто? Да, да. Запись пошла. Я мысленно заряжаю тебя, Олась. Ты готов? Надо лучше не играть. Ты даешь, мужик, что заложников ты убиваешь? Не, что-то ты потерял хватку, потерял после первого раунда. Что если фликнуть в закрытие окошка? А прикинь, ты идешь на рекорд и просто закрываешь окно. 1050. 1954. Это моя лучшая попытка. Лучшая. Не, думаю, мы так надрочимся, я думаю, там под 2500 выиграет. Я думаю, да. Итак, в третьем раунде у нас победу одержал Дан, поэтому игра в овертайм, последний раунд, все играют на тачпаде. Ага, да, ага, 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 на тачпаде даже не могу, да, ага, ага, а, угу, угу, ага. Маленькая сенсай или что? Нет, просто очень удобно. Так это, ты понимаешь, ты управляешь считай пальцем, тебе должно быть очень удобно. Да? Да. Я что, ОСУ но игрок, чтобы не было? Продолжение твоей руки. Угу. Знал то? Представь, что тачпад это вот, ну, твоя пальца. Не, ты должен стать ноутбуком. Я вас понял, мужики. Что происходит, почему все темнеет? Это у меня в глазах? Это у тебя в глазах, скорее всего. Не, ну, клево. Угу. 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 Сколько у тебя пока? Угу. Ноль, я думаю, примерно. А сколько? Я не подумал, еще не попал, по-моему. 120. Да и мне при... Не приходится перехват... Да в 138. Легендарный счет. 1-1-1. Поехали. Там самое неудобное, что надо перехватываться. Типа, чтобы кого-то убить, надо ну, два раза проводить. Потому что у тебя не достает. Если сенсу побольше в винде сделать бы... Но мы все играем от, ну, честные условия. Ладно. Мы не делаем. А ладно. Зато заложника на тачпаде никак невозможно стрелять. Потому что... Блин. Как говорится, он трех убил, это уже половина моего счета. Нет, Данила в сос. 97. Поехали. Я думал, у меня там уже 300 игр. Да, расскажешь. Я тоже думал, что у меня нормально. А, так вообще нормально. Человек, нормально? Да, да. Давай, давай. Вот переводиться надо по два раза. Не, самый тильт, когда далеко поведешь. Да, да, и надо вот так, надо вот так. И ты просто не успеваешь, теряешь время. А вот так вот сейчас какой-то парень пытается выиграть монитор. Вот так вот. Нифига себе. Нифига себе. Мужик, тормози. Не, крыса меня перегнала. Не, это задр, это задр, это ноутбуковский задр. Пятку убил. Оп, оп, оп. Не, Олус победитель. Оп. Чемпион, чемпион. Да, это... Поздравляю, мужик, поздравляю. Поздравляю, красавец. Герой, герой.
это дрон. 160. Нет, то есть я ем нормальную пиццу, а вы оливки. Нет, ты сосишь. Спасибо всем, кто поддерживал. Я быстрее, чем про. Я 250 набрал. Быстрее, чем про, но хуже, чем Максон.